показать решила вам, на какой стадии у меня сейчас находится вышивка. Картина получается очень натуралистичной. Сейчас я вам покажу превью этого набора поближе. Очень красиво. Не знаю, по какой причине так редко вышивают. Картина мне очень-очень нравится, близко к моей душе. Вообще мне нравятся картины, где прослеживается какая-нибудь сюжетная линия. И здесь две девочки, родник. Очень позитивная какая-то картина получается. И вот так видно вот кувшин. Первую девочку, руки второй девочки. Ну, пока вот так у нас. Очень мелко. Я иногда даже пропускаю крестики. У меня здесь, наверное, не очень четко видно. Да, не очень четко видно. Пропускаю стежок. О, так вот хорошо. Стежочки иногда пропускаю, потом вижу, приходится уже пятиться назад. Вот, проработка замечательная у Лукас. Надо будет еще сходить в магазин, посмотреть, может быть, что-то еще попадет удачное мне о том, о чем я мечтаю. Плохо только то, что здесь выбор очень слабый. И приходится, наверное, не один раз пробегать, чтобы узнать, что там новенькое привезли. Ну, вот такая красота получается. Жаль только, что картина маленькая. Ну, а так, крестиком было бы, конечно, побольше картины. Это слишком маленькое. В сравнении с превью набором, видите, совсем небольшая картина получится. Немножечко поближе вам покажу. Вот такая красота. Всем пока.